Израильская армия на 12 часов приостановит операцию в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет отклонил предложение госсекретаря США Джона Керри о прекращении огня в секторе Газа. Согласно плану международных посредников, именно 12-часовое перемирие должно послужить прологом к прекращению огня сроком на 7 дней. В этот период весь исламский мир отмечает праздник Разговения, который знаменует завершение священного месяца Рамадан. Как сообщает агентство Аль-Арабия, контролирующее сектор Газа движение Хамас также приняло предложение о временном прекращении огня.